Друзья, все приветствую. Я снова с вами, снова в строю. Долго отсутствовал, но все-таки я в Ютубе. Я никуда не пропадал, не уходил. У нас сегодня очень такая большая дата, да, очень большое событие. Вышел первый, ребят, трейлер, дебютный трейлер фильма «Гладиатор 2», ребят. Все-таки режиссер главного фильма этого, да, Ридли Скотт, дал добро, да, получается, и мы увидим, ребята, все-таки продолжение, поскольку были большие сомнения, то, что данный фильм выйдет, потому что прошло очень много времени, и с момента первого фильма, я знаю, он вышел в далеких, как-то 90-х, да, даже, или там, начало 2000-х. И вот спустя большое количество времени мы видим и увидим, к примеру, сиквел, да, второго, второй части. Насколько мне известно, главный герой Рассел Кроу, он не будет участвовать. Ну, как и известно, да, по информации. Но будут участвовать и другие актеры, как мы видим. И, как вообще известно, будет участвовать актер Дензел Вашингтон. Поскольку, ну, в фильмах должны присутствовать афроамериканские актеры и самые такие вот эпатажные и более такие важные, чтобы они придавали атмосферу фильму и более такие вот многоуважаемые. Также будут присутствовать и другие актеры, которые снялись как и в сериалах, так и в фильмах, такие как Педро Паскаль, сериал «Одни из нас». Ну, конечно же, другие тоже актеры. Последующие мы с вами увидим в этом, кто именно, да, будет уже фигурировать, да, присутствовать. По сценарию, насколько мне известно, якобы прошло лет там 20, да, или 25, я что-то такое читал. Ну, полностью, естественно, сценарий нам, понятно, не дают знать, потому что, а все-таки с момента первого фильма прошло большое количество времени, и сам фильм стал таким культовым, потому что на то время это было очень, очень сложно снимать, такие фильмы, да, и вообще, тем более с такими вот персонажами и с такой вот такой технологией. В общем, ребят, давайте увидим, посмотрим. Как вообще, примут до критики и как нам вообще, как мы примем данный фильм. Фу, ребят, я не знаю, не прямо нервы, да, и прямо этот пот поднялся, потому что фильм очень важный для нас и для любителей такого жанра. Все-таки режиссер Ридли Скотт, и мы видим продолжение. Давайте увидим. Нам дается времени, да, около 3 минут. Думаю, для такого дебютного трейлера нам будет достаточно, да, увидим, что нам готовит режиссер вообще. Не буду томить. Поехали. Увеличим звук. I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? Did you hear that crowd? The greatest temple Rome ever built. The Colosseum. Because this is what they believe in. Power. Cases. There are victories yet still to come. Rome has so many subjects, she must feed them. They can eat war! The arena turns slaves into gladiators, the gladiators into free men. You have something in you. I knew it from the start. Did you now? Rage. That rage is your gift. This is about survival!
together and when it charges, break for the wall. Whose head could I give you that would satisfy this fury? The entire Roman armies. Too much. The general will do. Rome must fall. I need only give it a push. Will we make it out alive? Alright, alright. Hands on the mausoleum floor. Bloodstains the Colosseum floor. This ring belonged to Maximus. Now I give it to you. What is the dream of Rome? Bloodstains. If her people are not free. I was owned. Now I will control an empire. I will not waste another generation of young men for their vanity. Strength and honor! This our own treason, heroes! Tears on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum doors. God! Of Sparta! Блин! Вот, блин, режиссера Ридли Скотт умеет, а? Это еще такая работа операторская. Блин, моменты, ребята. Вот это кадры они сделали прям в трейлере. Фильм вообще будет огонь, блин. Четкий будет. Давайте, ребят, глянем, да, еще раз. Тут очень много таких моментов эпичных, блин. Прям они... Значит, вот они, ну, как сказать, влепили столько. Этот трейлер, он достоин, ну, посмотрите еще до конца, ребят, и прям вот будем еще забирать до каждый кадр. Это да, как знаешь? I remember that day. I never forgot it. Получается, это сын его, да, получается, будет, да-да? Сын вырастает нас спустя 20 или 25 лет. И якобы то ли мстит, то ли что-то еще, надо будет еще узнать. That a slave could take revenge against an emperor. Where were you born? Так, ну вот мать, да, его? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? Ну прям вот Дэн Твашно, прям вот, не знаю, в цвет входит, да? Ну, как бы вот афроамериканец, он должен тоже присутствовать в фильме, но вот именно его роль в самом фильме, она как бы должна быть и вот прям в сценарии подходит, потому что он сам как актер, он очень такой, ну, мужественный, что ли, вот. Вот это прям к нему подходит такая роль, то есть, как говорят, элегантно, что-то вот такое, знаете. В такие фильмы его прям вот в цвет его нужно, ну, внедрять, потому что он играет настолько вот хорошо, прям вот чувствуется его игра, ну, актерская. Did you hear that crowd? The greatest temple Rome ever built, the Colosseum, because this is what they believe in: power. Распорождение, да, музыкально, вот это распорождение, блин, прямо работа с камерой оператора, ёлки. There are victories yet still to come. Rome has so many subjects, she must feed them. They can eat war! Ух, блин, а четко, смотрите, как он сделал. The arena turned slave. Блин, прям вот... как они это делают, да? Вот видно, что столько ресурсов, столько денег сюда вложено, столько времени они это делали, ёлки. Столько декораций, столько
Ну, компьютерные графики еще. The gladiators into free men. You have something. You, I knew it from the start. Ребят, над фильм, блин, зал был переполнен вообще. Переполнен, реально забит будет. Это чисто такой мужской фильм, вот такой. Пропитанный. Бори Гладиатор 2, ребят. Это прям вот сын, про сына Максимуса. Каждый актер прям вливается, вот знаете, вот, и, вот отдается роли прям вот до конца, ёлки. This is about survival! Survive! Hold together and when the charges break for the wall. Насколько прям вот живым, да, сделали этого носорога. Whose head could I give you that would satisfy this fury? The entire Roman armies. Too much. The general will do. Human beings are mad. Rome must fall. What's a man to do? I need only give it a push. Will you make it? I'm choosing. Alright, alright. Tears on the mausoleum floor. Blood stains the Colosseum doors. This ring belonged to Maximus. Now I give it to you. What is the dream of Rome? Her people are not free. I was always. Now I will control an empire. I will not waste another generation of young men for their vanity. Strength and honor! Ух, блин, вот это, блин, знаете, вот точно, что-то такую надпись сделали, ёлки. Голову, да, отрезал. Отсек. Ребята, этот фильм достоин Оскара. Вот сразу, первое место ставит Оскар, все. Прям удостоен, реально, блин. Давайте глянем вот ближе к концовке, да, вот, примерно вот с 3 минуты, да, вот, о, нет, давайте вот 2 минуты 30 секунд. I was always, now I will control an empire. I will not waste another generation of young men for their vanity. Strength and honor! Тут столько моментов не сделали, блин, столько вложено денег, столько актеров в массовке. Да еще надо же, вот, каждый кадр же, да, вот в фильме, она должна быть, ну, держаться атмосфера. То есть, как будто это реально за правду, ты вот, режиссер тебя возвращает на в то место, будто бы, знаете, вот. Ты как будто сам оказываешься на их месте. Вот это вот талантливая работа режиссера. Вот это надо еще уметь, надо еще передать вот эту вот атмосферу. Энергетику всему фильму, вот как это все это происходит. Должны быть еще подходить актеры, даже вот и актерская игра должна быть еще вот, ну, передаваться. О, ребята, ну Ридли Скотт вообще зверь, вот он режиссер. Вот реально он, мне кажется, весь свой опыт годами, который уже обретен, да, он вложил, видимо, в этот фильм. Ну и вообще, как бы, дает ну, зрителю, да, оценить то, что вот режиссер и сам фильм «Гладиатор», да, он возвращается и реально выжимает. И все соки, блин.
фильм будет вообще взрывной. По-любому. Ну, тем более, такие кадры, он не может быть таким провальным, не может быть постоянно, ну, не имеет права быть провальным. Потому что 20 лет спустя, даже 25 лет, я уже не знаю точно уже. Ну, реально, да, тем более, сын Максимуса, самого гладиатора. Сколько я понял, ну, будет возможно мстить, но это мы увидим только в ноябре. Ребята, вы напишите в комментариях, что вы думаете, потому что ваши комментарии очень важны. И ваше мнение, да, по поводу вообще трейлера, по поводу актеров. Вот главное, что вот по роли актеров, как они вообще были подобраны. Самые кадры, эти сцены, да, это вот настолько было сделано, да, операторская работа, актерская игра, музыка. Музыка вообще, блин, отдельная история должна, блин, быть. Эти спецэффекты, это надпись, не знаю, вот, блин. Реально вложились. Фу. Чуть ближе к концу, да, у меня прям мурашки прям поднимаются, да, вот, потому что настолько они красиво сделали трейлер, и такие актеры грамотные, подобранные, вот четко. Вот реально, это такие фильмы, они для них. Молодцы, молодцы, Ридли Скотт. Будем ждать. Ну вот, ребят, все, в принципе, да, то, что я хотел сказать, потому что, ну, очень долго ждался фильм этот, да, очень много снимали, и была такая информация, да, то, что скоро выходит фильм, и вот нам показывают первый дебютный трейлер. Возможно, этот трейлер будет не первый, ну, по-любому, да, вот не будет не первый, и будет второй трейлер. По поводу трейлера третьего я не знаю, это уже будет известно ближе к премьере. Потому что сегодня всего лишь только июль, да, и впереди, возможно, будет и, ну, много другой информации. Я узнал о самом трейлере лишь вот только сегодня, потому что, ну, залез в интернет, конечно же, и, ну, была надпись, то, что вышел дебютный трейлер «Гладиатор 2», и не мог просто не поделиться своим мнением и своей реакцией. Вот, ребят, в принципе, я свое мнение озвучил, жду ваше мнение, ваши комментарии. Неважно, будет ли хейт, либо будет как бы полезен, да, нужный комментарий. Я принимаю любой комментарий, любую поддержку и лайки. И будет над чем подискутировать, пообсуждать, да, оставить свое мнение, комментарии. В общем, у меня все, ребят. Ждаем, да, «Гладиатора 2». Фильм будет реально эпичный и заслуживает Оскара напрямую. Прям 10 из 10, даже 100 из 100. В общем, у меня, ребята, все. Увидимся в следующем выпуске. До скорой встречи. Пока-пока.